Значит, это наша программа. Во время 12, в районе 12 будет маленький перерыв. Значит, Лейкпарк. Помните, когда были в Магнолии в хорошем времена, да? Мы могли сказать в феврале, летом цена будет 450 евро. И цена была грубо так. Помните, да? Потому что намного проще было в том время сделать аналитику. Это было 10 лет назад, да? И глобализация, значит, только в линии на мире было еще не так масштабной, и прогнозы через спутником еще не были такие точные. Сейчас маркетинговые агентуры, они каждую неделю оценивают стан масличных культур на мире. Каждая неделя они точно знают, какой урожай сои будет в Бразилии, в Аргентинии, какой урожай будет примерно по рапсу в Австралии. Значит, окончательный клиент – это масличный завод. Он более точный, сейчас знает, да, сколько зерна семьями масличных культур. Значит, нет предпосылки, что цены растут. Это одно. Второе, здесь на территории Украины может быть другая ситуация, что после рекордного урожая в прошлом году может быть миллион тонн меньше рыбака, и это может вам дать среднюю высокую цену, я считаю, на уровне 350-370 евро. Это можно сейчас уже по прогнозу сказать. Да. Желаю вам удачный год и будем еще вместе с вами. Спасибо.